Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Underhell. Нас перевозят на военном вертолете в какое-то непонятное место. Это вообще очень странно, потому что после того, что произошло в комплексе в последней серии, идет серьезное разбирательство, и никто не знает, что же это было. Ладно, но здесь все просто до зубов вооружены. А мы втроем это, похоже, все подозреваемые. Глава первая. Добро пожаловать в Underhell. Дословный перевод — то, что под адом. А нет, Андер — это же над, над адом. Извиняюсь. Лоузер! Игра просто, я не знаю, настолько круто выполнена, что... Я не перестану этим восторгаться. Удивляет, как люди без финансирования, просто на чистом энтузиазме делают такие вещи. Да, серьезно, тут у вас харьеры стоят. А10, я правда не знаю, как тут А10, а вон у него полоса для разгона, возможно, слева. Харьеры-то ладно, взлетят, у них вертикальный взлет. Короче говоря, к чему? Серьезные силы. Выравнивают давление. Везут заключенных. Ну и мы, соответственно, один из заключенных. За что, главное? Они даже не разобрались. Они просто там пришли какие-то правительственные чины и сказали... Нас забрали из-под следствия, сказали, не волнует. Просто забираем его и все. Что? Я у себя дома? Так, мы еще что-то тут можем сделать. Хорошо. Ловец снов. Мы же это уже брали вроде. Туда я ходить не хочу. У музыкальной шкатулки. Так, странная настройка. Нужно починить. Шо? А, понятно. Ловец снов, он вообще якобы оберегает от злых духов. Хорошо, давайте порыскаем тут. Здесь я не думаю, что мы что-то хорошее найдем. Не поддается. Так, это мы как мы кинули сюда. Давным-давно так оно и лежит. А чё ж я не хочу сюда-то идти? Странно. Птичка. Удивительно вообще, почему мы оказались здесь. Это может как воспоминание, или он в своих мыслях тут находится. Как, собственно, в книге Стивена Кинга «Ловец снов», помните? Он там постоянно в своем доме, это как бы в воспоминаниях находился, в своей голове, в разуме. Ты посмотри. Про это он ничего не говорит. Здесь тоже ничего. Дорогой дневник.
Подожди. А, листать можно. Нам бы перевод всего этого. В общем, кто знает, прочитайте на паузе вот это все. И было бы неплохо, кстати говоря, если бы в комментариях примерный перевод этого всего выложили, потому что я сейчас на это потрачу очень много времени. Остальные страницы пропадают. И, соответственно, я прочитаю, если это как-то важно для прохождения, соответственно, что-то почерпну. И в итоге нам это поможет. Ну и, соответственно, я думаю, зрителям. Блин, соответственно, у меня новое слово. Натурально, соответственно. Хорошо. Полиция все гоняет. Что у нас тут? Вроде как ничего нового, да? А вы видите, вместо пуска там фарт. То есть пукнуть. Фарт? Ладно. И контры. Сколько ярлыков. Любит наш герой контру, похоже. Так, а как мне выйти теперь отсюда? Но я не вижу пока музыкальную шкатулку. Окей. Учтем. Можно спрятаться, если что. Хорошо. Где у нас еще могут быть ключи? От чего-либо. Ходики. Здесь тоже ничего. Телефон что-то давно уже. Ха, смотри. Так, понедельник, въехали. Вторник, первый день, распаковываемся. Среда, сюрприз. Четверг. Назначение NOH. Это похоже к онкологу, может, что ли, что-то такое. А, нет, это воскресенье. Ну, у них же там с воскресенья все начинается. Что-то я, блин, уже запутался. Я реально, у меня голова уже подтормаживает. Так, хорошо. Ночь наступает. Алло? Занято. Сбросили. Короче говоря, в пятницу 13-го... Как-то не очень все пошло, да? Здесь вроде как не должно быть ничего нового, хотя черт его знает. Где-то у нас ключ был. Вот здесь, по-моему. Что интересно вообще можно сделать в этом доме? Я пока, честно говоря, не вижу особо. Ну, то есть собирать вещи вот такие... Разберемся. Ну, конечно. Дождик противный. Жутковато. Большой дом. Так, где-то должен быть пульт от этого домика. Там ничего особо интересного. Ну, надо будет найти, конечно. Загончик своеобразный. Здесь можно попрактиковаться.
Хорошо, ничего полезного пока. Открыть пока не можем. Вообще почему-то не открывается, интересно. Почему? Так, а ключ у меня там от чего? Сейчас проверим. И где же пульт? В одном из этих ящиков, закрытых по-любому. Так, от грузовика, от кухни. Тоже не то. Ладно, прискорбно. Будем искать дальше. В почте, может, что-нибудь? Так, 9 сентября. Привет, Джек. Я ждал тебя последнюю субботу. Я удивлен, но ты не пришел на вторую сессию. У нас же было такое хорошее начало. Психолог, похоже. Я думаю, что мы сможем добиться большого прогресса через некоторое время. Я не говорю, что это будет легко, или что ты полностью излечишься от этих ран, но я говорю о том, что дыра, в которой ты сейчас находишься, выглядит очень глубокой, на первый взгляд. Но когда ты начнешь карабкаться из нее, ты заметишь, что поверхность не так уж и далеко. Я знаю, где ты сейчас... По твоим ощущениям, поверхность в милях наверху. Но я могу тебе сказать, что это не так. Ты сказал мне, что ты не понимаешь, почему она так поступила, почему она это сделала. Я думаю, что нам нужно обсудить важность того, как ты оцениваешь свое понимание ее действий. Возможно, это действие поможет тебе освободиться от всего этого. А возможно, ты будешь из-за этого ощущать себя как в тюрьме до конца дней своих. Некоторые действия временами нельзя понять. Временами нужно просто принять их и двигаться дальше. Искать причину, которая не существует, это сделает твою жизнь ужасной. Я думаю, что ты должен прийти на следующий прием в эту субботу. Я буду ждать тебя. Энджел Робертс. Да, у нашего героя, похоже, полно проблем. Солнышко вышло. Не думаю, что это сможет выдержать мой вес. Ничего не открывается в этом доме. Как я живу здесь вообще, если... У меня все закрыто. Я тем более так и не понимаю, зачем этот ключ от кухни, потому что у нас кухня и так вроде бы открыта. Или это к заднему дворику имеется в виду? Наверное, скорее всего. Так, я решил ситуацию. Это похоже как местные ачивменты. Решил ситуацию с заложниками в апартаментах. Я завершил тренировку SWAT. Так, хорошо. Да хватает их. Хорошо, еще батареечки. Но пока что ничего более полезного я не вижу. Магазины. Что-то не то с лазерным прицелом. Хорошо. И когда подходишь к этому шкафчику, начинается туториал. Но нам его не нужно. Зарядник батареек. Так, ну и... грамота о том, что он сват. Ну и что? Куда еще мы можем двигаться? Где здесь может быть пульт? Чисто гипотетически.
Черт его знает. Может, днем откроется там внизу. Давайте сначала тут еще посмотрим. Да похоже, что тут тоже ничего нет. Да, к сожалению, это так. Ну и хорошо, возможно, с этим что-то у нас больше действий будет. Это было очень жутко. Я реально не знаю, что мне сейчас делать, но... Какого черта происходит? Давайте внимательно искать, что ли? Не думаю, правда, что найдем что-то. Но давайте искать. Это то самое письмо. Теперь оно лежит здесь. Так, автоответчик. Ее ящик. Я никогда не заглядывал внутрь, говорит наш герой. Хорошо, ничего. Ничего не могу найти. Так, ладно. Эта дверь, понятное дело, не откроется. Закрыта. Не поддается. Ну и здесь, соответственно, тоже у нас ничего не лежит. А, по идее, пульт от вот этого домика должен быть в моей комнате. Чисто так. По логике. Но я тут ничего не видел, честно говоря. Вот, смотри. Я и не думал, что ты так открываешь. С этой стороны ты подходишь. Так, ну ты играй пока. Что-то с тобой действительно не так. Странно это все работает. Что если ее включить ночью? Туда я идти тоже не хочу. Блин, ну я не знаю. Сейчас попробуем выйти отсюда. Короче говоря, тут полно тайн, но что с ними делать, пока что совершенно непонятно. Выйти отсюда тоже не получается. Видимо, придется ждать таки ночи. Но просто так, что ли, бродить? Мне идти-то особо некуда. О, кошка, ты же сейчас упадешь. Сползает потихоньку и уже висит. Так, все. Ждем ночи. А я могу, допустим, просто... Нет, я могу... Чаптер 2 просто включить. Нет, это не то, что нам нужно. Хорошо, ждем ночи тогда. Что же нам еще остается? Что за звуки вообще?
Сходим пока на задний дворик, может, там что найдем. Блин, кошка, придется тебя убрать. Ночь наступает. Хорошо. И вот теперь, топерча, давайте попробуем, во-первых, что-то с этой шкатулкой, а во-вторых, ляжем спать. Да ни к чему это не приводит. Ладно, давайте ляжем спать и ловца снов не будем вешать. Короче говоря, походили, потыкались, происходит что-то странное, но походу нам еще долго там придется искать. Что это такое? Ап. Твою мать. Что происходит? Какого? Коридор. Мои сны. Иногда они те же самые, иногда нет. Они все прячут секрет, воспоминания, про которые я забыл. Так, еще одна. А я вот не пойму, вы определенное время горите или как? Не хотелось бы узнавать это в самый последний момент. Так, что-то мне совсем не нравится в этом месте, если по-честному. Давайте маленько осветим его, хотя бы чуть-чуть. Так, уже поживее. Да, не закрывайся ты. Хорошо. В принципе, там уже должно быть довольно светло. Офигеть. Смотри, они тухнут. Они правда тухнут. Поэтому берем сейчас новую с собой и уходим. Ненавижу такие места. Ох уж эти звуки. Куда идти? Ничего не вижу. А вот смотри. Мои кошмары. А в моих снах они лгут, всегда прячутся в тенях.
Свет мой единственный союзник против всех ошибок, которые я совершил. Так, еще одна. Еще вторая. Пуста. Ну окей, тут больше ничего нет. Что-то как-то не очень. Дверка такая даже жуткая, да? Моя вина. Когда я слышу, что она идет, я должен начинать прятаться. А я слышу, что оно идет. Я начинаю прятаться. Закройся. Твою мать. О. Твою мать, надо было ставить этот Dreamcatcher просто, чтобы оно висело над кроватью, чтобы я больше такого дерьма не видел. Хорошо, допустим. Есть ли тут что-то, что может мне пригодиться, кроме этих светилок? Сигнальные огни — это, конечно, круто. Но далеко не всегда. О, нафиг. Чем светлее, тем лучше. Так, а мне... У меня вроде все, да? Ладно, погнали. Да хватай ты, ну! Ох. Это не круто. Совсем не круто. Ошибка, я, по-моему, совершил, что вот так вот все дергало отсюда. Фрэнк, пожалуйста, позаботься о нем. Он мой сын. Ты не говорил мне, что у тебя есть сын? Потому что у меня его нет. Уже нет. Фу, так, ну хорошо. После всего этого кошмара. Проснуться. Хорошо. После всех этих перестрелок, после всего этого мяса, неплохо маленько отдохнуть. Ладно, ну как бы там ни было, давайте на этом прощаться, наверное, потому что мы сегодня практически всю серию занимались этим домом и нашли много всего интересного. Не знаю, в принципе, мы, конечно, находим ответы на свои вопросы, но, блин, это реально дико и очень страшно. А как бы там ни было, надеюсь, вам тоже было страшно, надеюсь, вы смотрели это в наушниках, потому что с этой серии, начиная, судя по всему, в наушниках смотреть будет гораздо интересней. Крутой хоррор и очень крутой экшен. Не знаю, как там дальше по хоррору будет, но пока что игрушка впечатляет своей крайней необычностью и именно нестандартным подходом. То есть здесь есть чисто экшеновые моменты, которые хоррор вообще не затрагивает. Есть хоррор, который с экшеном слабо завязан. И при этом все это вместе как-то вот образует довольно цельный продукт. В общем, на этом все. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрите. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.